Я буду давать моему сыну мороженое, когда хочешь, и покупать игрушки, когда хочешь, и что угодно, что хочет мой сын. Ну, а если у тебя дочка будет? И дочки даже будут, Да? куклы и все такое. А если она будет просить сладкое до того, как покушает? Мороженое нормально. Нет, перепутал. Мороженое после еды, а чипсы можно. Чипсы можно до еды. Ага. А если чипсы поесть, то потом кушать не захочешь больше? Если будет, не буду. Понятно. Хорошо. А у тебя много детей будет? Не знаю пока, но я еще маленький, я не знаю. А ты хочешь, чтобы у тебя было много детишек или мало? Я хочу, чтобы у меня было ноль детишек. Много детишек, да? Ноль! Ноль детишек? Ага. А тогда кому ты будешь покупать игрушки и мороженое? Себе. А, так ты хочешь вырасти и сам есть мороженое, когда хочешь? Пошутил. Много. Только, три. Нет, четыре. Четыре ребенка хочешь? Да, я видел. У некоторых людей так бывает, четыре ребенка, да? Ага, а ты хочешь, чтобы все мальчики были или там две девочки, два мальчика? Все мальчики. Все мальчики? А как же девочку? Нет, ненавижу куклы. Куклы ненавидишь? Угу. Какая беда. Понятно. Я что... люблю только нёв и все мальчишные. И только все то, что для мальчиков люблю. Понятно. Ну а как же девочку, если у тебя не будет ни одной девочки? Кому ты будешь покупать интересные всякие платьишки красивые? Легко, мама будет. Мама будет покупать? Так ты, может, для своей жены одну девочку родишь, чтобы потом мама покупала ей платьишки и куколок, они будут играть вдвоем? Да? Вот, например, будет вот такое. Я вам скажу, люди, что будет вот такое. Какой, сынок? Мы закончим клип, угу. И завтра продолжаем. Хорошо, давай, спокойной ночи всем пожелай. Всем пожелайте. Ставьте лайки и заходите на наш канал. Пока-пока. Дане 5 лет, 11 месяцев.